Good morning, друзья! Доброе-доброе утро! Еду на Коротыш. Сегодня у нас вторник. Число 28. 28 января. Сейчас едем на Коротыш. Взяли мы его еще на той неделе. Вот надо будет в райвэрию Питтсбурга отвезти. Платит неплохо так-то. Вот. И посмотрим, может быть, что-то с Питтсбурга заберем. Вон тут, короче, движники такие, у них тут прям по дорогам ездит. Очуметь. Куда я приехал? Вообще не особо понятно. Хорошо, буду разбираться сейчас с навигацией. Может быть, я уже и приехал. Птичку бы не задавить. Так, вроде это здесь. Компания называется Bentley. Bentley Packing, что ли, какое-то такое название. Не знаю, оно связано с настоящей Bentley или нет, конечно. Ну, что-то такое здесь прям непонятное. То ли бывший порт, то ли... Что тут? Ну, вон трак стоит. Сейчас узнаем. Даже не совсем понятно, что грузить будут. Будем видеть, в общем. У нас там Delaware River, типа, залив этот. Уже Атлантический океан, вот такое. Ну, воды. В общем, друзья, нашел я. В смысле, не нашел. Показал мне. Примерно что-то, говорит, из этих ящиков. Вот мой ящик. Тут еще стоят. Поменьше немного. Вот другому буду сейчас грузить. Сейчас промерю. В общем, это у нас Made in Japan. Japan. Это пресс. Это у нас пресс, друзья. Гидравлик, пресс брейк. Вот размеры. Длина 5,43, высота, ширина 2,27 метра, высота 3,52 метра, вес 22 тонны с небольшим. Сейчас я все промерю, взял рулетку, чтобы не было сюрпризов, и будет нам счастье. В общем, померил все. Вот здесь параметры все. То, что брокер написал, все совпадает. Все нормально. По весу не знаю. Будем взвешиваться, посмотрим. Проблема то, что не знаю, за что его крепить. Ни одного отверстия, ничего. Стрэп у меня только две толстых. И 9 штук тонких. Вот, поэтому... Не знаю, сейчас будем думать, как оно вообще. Ладно, сейчас буду думать. Может быть, куча мелких, сейчас посчитаю, как раз 10-32. 1000 паундов, 9,2 по 4. Впритык. Посмотрим. Короче, друзья, все закинул на углы. Короче, этот груз торповый оказался. Вот кинул две стрепки так.
эту коробку по углам, чтобы тарпу не это. Кидаю резинками, прихватываю бланки-то. Вот такой вид здесь. Вот следы оттуда я выехал. Все, сейчас кидаю тарпу, кидаю цепи, погнали. По высоте легальной 13,5 оказался. Все нормально. В общем, погода класс, что ветра нет. Сейчас вот так вот. Немного это самое. Висит. Что есть, то есть. Сейчас все накину. Стрэпы, вот крючок торчит. Вот чуть не хватает, зараза. Так бы можно было бы. Кусочек, если был маленький, сейчас хоп. То придется целиковую кидать. Ну, что есть, то есть. Здесь остался, сейчас фотку отправил диспетчеру, может брокер глянет, approve даст, потому что он не предупредил, а там была пометка, что надо торповать, а у меня одна восьмерка, вот закинул, короче, две стрэпы поверх и две цепочки вот так в растяг, и нормально. Ну все, погнали. Вот тут еще кеты какие. Есть Volvo такие, а это кеты самосвала. Сколько же он берет, интересно. Промо-опора, как на Кировце, такая же. Бочка. И Петруха тут рядом, красавчик, стоит. Ништяк, вообще симпатяга.
Ну все, погнали, нет времени, а то еще надо сегодня доехать до Питтсбурга. 200 майлов почти. В общем, друзья, тормознулись на Тиэйке, Бризвуд. Это у нас Пенсильвания. Вот нас Кейлы заехал. 18 тысяч у меня стир, рулевая ось, ведущие колеса, я пушер не опускал, ведущие колеса 37, трейлер 46, гросс 102 тысячи с половиной, а баки у меня, вот, наполовину полны, нет, это 3/4, друзья, дефа, вот сколько, половину почти не заправлял. В общем, все, сейчас запаркуюсь. По пермиту у меня 106. В общем, не могу ехать ночью здесь. Вообще, если ты только overweight, не больше 107 тысяч. И, то есть, по dimensionам, то есть, по габаритам ты нормальный. То есть, в размерах, в допустимых, то ты можешь ехать ночью. Даже вот с таким, с тяжелым грузом. Но у тебя не должна превышать сцепка, не должна превышать 170 фит. Не должна превышать. Вот. А у меня 75 где-то получается так в среднем. Ну, примерно. Вот. Где-то такое значение примерное. Доброе утро, ребят. Вот сегодня у нас 29-е. Тронулись мы пораньше. Почти за часик. До рассвета. До восхода солнца. Потому что вчера долго ждали пермит на Пенсильванию. И нам нужно сегодня компенсировать нам это время, потому что нужно еще сегодня загрузиться. Завтра уже restrictions идут с обеда, то есть это за ограничение. Я уже не могу передвигаться по Пенсильвании с 30-го там по 2-е, по-моему, число. Вот, поэтому нужно загружаться, ехать домой и разгружаться. Вот такие моменты. Так что сейчас вот, не знаю нам сколько осталось, еще часа 2 точно. Часов 9, там если 9:30 будем, хорошо. Посмотрим. Посмотрим, как все сложится. Едем по 30-ке на Вест. Сейчас на 219-ю ЕС-ку сходить скоро. И куролесить там. Клочками. Ну. Пермит есть пермит, что сделаешь. В общем, двигаемся. Все утро, друзья, по непроходимым лесам, долам, горам. Нет, подправить по ровненькой тяжелый груз, чтобы ехал и ехал без всяких. А тут вот обычно оверсайзы, тяжелые грузы вот отправляют вот по таким мелким, по горам, по деревьям, по селам. Как будто бы испытание. Ну ничего, так красиво. Зато красиво.
Сейчас выезжаем, едем по 523 ЕСКИ на Сороковку, вот выбираемся. Под деревом лежат, как будто бы в тенечке. Привычка с лета, наверное, осталась. Тысяч 104 тысячи считай. Сейчас уже поменьше топлива сожрал. Еще считай минус вес. Ну там ерунда, но все равно. Плюс-минус полтонны уже, как говорится, влияет. Вот сейчас на Сороковку будем выбираться, 40 вест. Друзья, очень крутой у нас спуск до 40-я ЕСКа. Надо было на макушке, я поднимался, на макушке остановиться и вот спускаться. Вот 10 миль в час этот, скорость, спидлимит для траков, которая 10 тысяч паундов и выше. Вот, катимся. На горном тормозе едем, на троечке. Engine brake, jack brake, как хотите. Вот осталось нам буквально, вот если смотреть на карту, то нам вот сюда, мы вот здесь вот так вот проехать, крючочек, ерунда в принципе. Да. Типа рестерия маленькая. Только без туалетов, по-моему, даже. В общем, спускаемся потихоньку, туман. Ну такая 30-я ЮСка, конечно. Немножко высушивает организм, так сказать. Горы, подъемы. Оно вроде небольшое, но часто. На 4-й передаче на пониженной спускаемся сейчас. Все, вот 1320 оборотов. 20 километров в час где-то получается. Ну да, здесь если с этой горки вовремя не затормозить, то можно тормоза спалить просто на раз. Туман так сверху, облака. Все, приехал. Вон то здание. Там сейчас скорячить надо будет, не знаю как. Вот этот Петруха, который там разгружался. Уже разгрузились. Они не по пермитам просто. Вот. Я сейчас пока резинки снимаю. Подготовлю все. И уже трак там выйдет, разгрузится, который сейчас там, тогда я уже. И все. Дело в шляпе.
что-то найду на обратку. Мне тут до дома, в принципе, недалеко. 250, наверное, максимум. Вот. Если что-то найдут, то поеду. Если что-то не найдут, поеду пешком. Поеду пустой. Потому что смысла нет стоять здесь. Вот. С горем пополам запятил я туда его. Они сначала сказали, ну, он что-то типа высокий, он не полезет, ну, в дверь не войдет. Типа на улице будем разгружать. Ну, я так, опа, чтобы побольше форклифт. Закорячил его побольше, пораньше, ну, поближе к боку. Чтобы с одной стороны форклифт подъехал, типа взял и уехал. Потом что-то вышел, смотрю, блин, поближе, когда подъехал, говорю, а сколько ворот? 14 фит. Я говорю, ну у меня 13,6, нормально, типа, ну давай. И вот там корячился, ну все, запятил, нормально. Вот. И одним когда сдавал назад, то есть получилось так, что одним краем уперся. Одним краем трейлер чуть-чуть наклонился. И одним краем, когда я назад сдавал, то есть заломил трак, и он уперся в асфальт немного. Потом я выровнялся, выезжаю, у меня так вот как будто бы боком и остался, я думаю, повело, рама повело. А потом, опа, они его разгрузили, ну, этот груз сняли, и это, я рулеткой померил, все почти там на 2 миллиметра отличается, одинаково. Еще груз был в самой коробке, груз был смещен в сторону немножко, поэтому... Поэтому так это получилось. Показалось так. Вот. В общем, вот такие вот моменты, друзья. Ждем. В общем, ситуация такая. Сейчас ничего такого подходящего под мой трейлер не нашли тяжелого. Уже завтра restrictions. Ограничения вступают в силу, что по Пенсильвании нельзя будет с обеда ехать с оверсайзом. Так, Элизабет, на Элизабет. Что ли? И поэтому сейчас нашли груз. О боже, вот это да, здесь как мне, как вывернуть. Это уже накатано кругом все. В общем, беру паршал за $1000. Легкий. За $1000 паршал. Немножко наехали на бордюрчик. Вот. И еще один паршал. Все это идет на Филадельфию, там, ну, в Эрию недалеко. Еще один. То есть два паршала буду брать, сейчас все покажу. Сам особо не знаю, что будет. Так примерно там, типа, первый паршал эстакада, второй бади. Ну, то есть, я так понял, кузов от трака. От пикапа. Не, от пикапа слишком тяжелый. Что-то около 3 тонн, наверное, даже 4 тонн весит. Может, типа дамп какой-то такой кузов от типа как от самосвала. Не знаю, посмотрим. В общем. Вот. За 1200. Ну такой вот груз. Что есть, то есть, а то я собирался уже пустым ехать. Тут ребята подсуетились. Нормально. Что едем.
Все, за такую плиту кинули, короче. Все, я ее быстренько две цепочки кинул, сейчас попрем. Еще один груз ждет. Не дождется. Заставлю ботинки одеть. Ой, сейчас переоденусь и попрем. Доброе утро, ребят. В общем, скинул. Сейчас я 3 часа доехал. 3 часа было до разгрузки. Вот скинул груз. Было быстро все. Мексов очень много. То есть там не было времени ни камеру ставить, ничего. В общем, ничего там, в принципе, даже такого-то и не было. Просто, ну, скинули и все. Зеркало забыл поправить как надо. Вот, и сейчас вот едем вот по таким местам, что полоска аж на краю, аж трак не помещается, вот реально в пределах. Вот если по-маленькому зеркальце смотреть, вообще почти по земле еду. Сейчас еще один такой попадется мне на встречу, мы не разъедем, 100%. В общем, катим, друзья, катим. Сейчас на следующее деливери, 1:25 до туда нам. Это у нас серия Ланкастера, чуть ближе к Филадельфии. Тут живописнейшие места, как в Швейцарии, друзья. Амиши живут, навозом пахнет, все как положено. Все как мы любим. Вот такой домик здесь. Часть стены оставили, как декор. Класс. Вообще супер. Так, мне здесь налево надо. Да уж. Не знаю, как сейчас разъезжаться. Так вот, заговорился, не переключился заранее. Пока переключался, уже красный загорелся. Стой, чувачок, стой. Не подъезжай ближе. Не, нормально, прошли. В общем-то, неудобно одной рукой оперировать, конечно. Одной снимать, одной рулить. Третьей нет руки, чтобы рулить.
Третьей руки нет, чтобы рулить, друзья. Вот тоже тут так классно. Домики. Прибыли, друзья. Все, у них здесь вот все как положено. Грязюка. Сейчас вытянемся. Скорее всего, вон там, если в зеркало видно док, скорее всего, туда надо будет запячиваться. Вот. В общем, такие моменты. Куда ни поедь, одна грязюка. Я имею в виду на загрузках. Ну все, сейчас буду назад сдавать. Мужичок по имени Буч. Такой приколист. Повез телегу. Ну, в общем, все, друзья, разгрузился. Последний рейс в моем в этом году. Все, сейчас едем уже домой на стоянку. Я там оставил. Сейчас везде под Новый год траки. Все домой едут, все траками переполнено. Вот. Ну, какой заезд крутой. Ступенька сильная. В общем, мест вообще нет на стоянках. Поэтому я когда уезжал, оставил свой РЭМ на месте. Поэтому сейчас приеду, место у меня будет. В общем, вот такие моменты. Все, сейчас уезжаем. Машины прут. Ладно, не буду отвлекаться с камерой. Вот уехать еще. Сейчас уезжать надо.